Юбе, ты так уже 3 часа стоишь. Да я просто погружен в свои мысли. А что если начать сотрудничество с другой страной? С Луной и ее свитой? Ты думаешь, они нас примут? А если узнает Чарли? Плохая идея. Я просто предложил, мало ли. Хотя если... Медиакрис, ты чего тут услышиваешь? Ничего, босс. Просто вы задолжали мне зарплату. Да, точно. Чарли вернется, даст мне мою. Я дам тебе твою. Чудесно. Ох, мальчики, править королевством так классно. Я уже подумываю забрать посох себе. Зря ты так, Мунд. Чарли! Я пошутила! Хочется верить. Так и есть. Медиакрис, подай господину Чарли посох. Я работаю на Юбе, не на вас. Стань моей правой рукой. Я буду платить тебе в 3 раза больше. Я же теперь королева. Да, ваше высочество. Извините, но теперь я правая рука королевы Мунд. Что ж, ничего. Дальше я как-то сам. Когда она успела переодеться и сменить прическу? Чарли, на посохе лежит заклинание. Я предполагаю, что его наложила Кальт. Только она могла так заморозить посох. Я сама со своими перчатками не могу держать его дольше 5 минут. Нет нужды. Я прекрасно переношу самые низкие температуры. Что? Но как? Я все-таки проклят. Кто? Спасибо, Мунд. Веселье начинается. Можешь идти править своим королевством дальше. Постойте, а как же часы? Вы их принесли? Ах да, я не знаю, где они. Потому я просто перевел тебе твою зарплату 2 раза больше, чем обычно. Устроит? Вы мне больше не нужны. Так что, свободны? Не нужны? Что? Зачем тогда надо было врать? Чтоб вы меня освободили? Спасибо. Прощайте. Сначала убил мою невесту. Теперь издевается надо мной. Пей, Юба, я держу его! Чефир, нет, не надо! Он тебя... Взять себя на воспитание было моей худшей ошибкой. Не трожь его! Так это была твоя невеста? Как все интересно сложилось. А как она кричала от боли... Заткнись! Юбе, ты как? Живой. Вы даже вдвоем не победите меня. Прощайте. А вот и нет! Верукт, зачем ты нас выдала? Мы вас вычислили. Ну, по крайней мере, в этот раз Верукт нацелилась не в Луиса. Верукт, зачем ты нас выдала? Сука ёбаная. Анекдот. Встречаются, значит, Верукт и Чарли. Верукт говорит: я вижу, ты выбрал вилку. А Чарли ей отвечает: как ты можешь видеть, ты же тоже выбрала вилку. Или нет? И они такие начинают драться, все капец, просто... Пшу.